ты называешь два пласка? А почему? Единственное, что могу сказать, что я не пробовала кататься с другими партнерами, но я так предполагаю, слышу так по разговорам просто девочек, что вот я его там поддержала, а там я его не удержала, тра-та-та. Могу сказать, что у нас в паре просто нет такого, я не держу Диму. Вообще не чувствую, что рядом со мной не профессионал. Вот. И такой путь он прошел от нашего первого дня, когда я не то что его не поддерживала, боялась тронуть, чтобы он не упал. Ой! Оп, стой. Да. Ой, стой. Да, я помню, это первый момент, когда поддержки мы пытались сделать. Я... Да, когда ты вот такой вот так меня поднимал, я думаю, так, ну ясно. Ну... Я думал, что это вообще невозможно, но потом. Ну, будем думать, брать чем-то другим. А брали да. поддержку, на самом да. деле. Повезло идеально с тренером, партнершей, подругой. У нас вот сразу как-то пошло это все нормально. Я стал учеником, как это, ну, как положено. Она была учителем. И так мы и двигались до всей вот точки. Рита и Дима сегодня повторяют свой номер из программы «Музыка-кино». Композитор Горан Брегович. Kiedyś byłam dużą dla twojego serca. Kiedyś byłam różą twoją, ciernie jestem dziś, gdy się przyglądasz mi. Nie kobieta. Kiedyś byłam różą dla twojego serca. Kiedyś byłam różą twoją.
минуты закончилось выступление этой пары и закончилось на очень высокой ноте. Один из самых выразительных номеров в исполнении Риты и Димы за все время нашего проекта. Кстати говоря, жена Дмитрия Миллера, Юлия, присутствовала практически на каждом выступлении и очень за мужа переживала и болела. И это их объединяет, потому что и за Риту Дробязко болел ее муж, тоже участник нашего проекта Повелос Ванагас. Хорошая получилась пара. Одна из самых современных, что ли, участников нашего проекта. Подбор музыки они обсуждали всегда вместе со своим хореографом и постановщиком программы. И практически никогда в выборе музыки не ошибались, что доказывает сегодняшнее выступление. Рита, Дима, что такое был этот ледниковый период, этот проект для вас? Ну, наверное, этот проект для меня больше чем-то стал жизнью, потому что у Риточки это уже второй или третий, если я не ошибаюсь. Но для меня это, конечно, большой шаг вперед, как для самого себя, как для актера, как для человека, как даже чуточку-чуточку спортсмена. Это самый большой подарок за этот год, который у меня был, я имею в виду, в творческом плане. Потому что все личные подарки мне делает жена Юля. Я ее очень люблю, она просто прелесть. Вот. Рита, ледниковый период – это большая часть твоей жизни. А ледниковый период с Димой, чем он отличался от предыдущих, скажи мне? А у меня был только один предыдущий до ледникового периода с Димой. И мне оба раза очень повезло, потому что я очень часто сижу просто в раздевалке и слышу разговоры. Ну, конечно, кто-то все время недоволен своим партнером в чем-то. Ну, когда доволен, когда недоволен. А я сижу все время и такая только: а мне повезло. И все мне такие: а тебе повезло. Поэтому в этом мне очень сильно повезло. И спасибо Диме и предыдущему моему партнеру. У меня все в этом плане замечательно. Спасибо вам огромное еще раз. Счастливо.